Всем доброе утро, дамы и господа, забугорцы, забугорчаночки, просто смотрящие мой канал Забугорец США. Сейчас я нахожусь на пирсе, где я сяду на лодочку и поеду уже работать. Сегодня так вышло, что я опоздал. Да, ребята, искал парковку. Еще одна проблема. Здесь, в Хаянисе, перед тем, как сесть на лодку, вам надо припарковать свой авто. И все места здесь, на материке, заняты. Поэтому я бегал, искал и припарковался, ребята. Я аж сейчас вам попробую показать. Да, где ты? Вот, где-то тут. То есть, такие пироги, да. Сегодня пришлось побегать мне с утроманем. Поэтому я опоздал на лодку 6-часовую, 6.15. Теперь поеду я в 8.30 на материк. Всем уже отзвонился, всем сказал. Все сказали, что все нормально, Димон, не парься, все будет у тебя хорошо. Но не на острове. Шучу. Вот. А что сейчас будет происходить, Ребзелем? Я сяду на лодочку, поеду доделывать кафе. Сегодня у нас воскресенье. Постараюсь как можно сильнее, ребята, пить больше кофе и пахать, работать. Вот. Ну, как видите, харбор. Там видно харбор, да? Вам немножечко. То есть залив. Харбор — это вот залив. Да, гольф также будет залив as well. Если вы видите, вот здесь вот, смотрите, вода сошла. И вот такая грязюка здесь. Запахи, ребята, непередаваемые. Причем вот эта лодка, вот здесь вот эта вот лодочка, у нее водоизмещение очень маленькое. Она всего лишь на 2 фута. 2 фута это приблизительно 24 дюйма. Если помножить на 25, ну, сами понимаете, где-то порядка 70 сантиметров, наверное, уходит в воду только. Да, у нее ватерлиния очень низкая. Поэтому она здесь может припарковаться. И несмотря на то, что она стоит здесь, здесь довольно-таки мелко. Вот, еще, ребята, я нашел такую охренительную фишку, как Music Tent. Музыкальная палатка здесь есть. Туда приезжают всякие артисты, пофигисты и прочие эти музыкальные музыкантеры. Музыканты приезжают туда, устраивают концерты. По-моему, делают все это бесплатно или стоит не очень дорого. Поэтому я туда попробую как-то посетить это дело. 21 августа приезжает Леонард Скиннер сюда, в Кейп-Код. Это одна из таких американских банд, Sweet Home Alabama, если вы слышали такую песню. Если нет, попробуйте погуглить и послушать. В принципе, песня неплохая, но все равно не рок. Я не знаю, что они, ну, типа нашего Чижа, наверное, такой полублюз, полурок непонятный. Вот. Кофе я обязательно купил в Данки и Донатсе. Сегодня, к сожалению, никакого спонсора нашей программы нет. Да, сегодня нет у нас спонсора данного видео. Поэтому все как-то так. Спасибо огромное тем, кто поделился моим видосиком предыдущим. Прям большая вам благодарочка, ребята. А все, кто не поделился, ну что я могу сказать? Придется вам создавать фейковые аккаунты. После того, как у вас писун стоять перестанет, вы обязательно со мной свяжитесь. Я вам объясню дальнейшие ваши действия. О, доктора здесь бесполезны. Да, к сожалению. Доктора здесь бесполезны. Также я посмотрел вчера один домик Off-Island. Очень такой неплохой. Очень так мне понравился. Посмотрим, куда меня приведут мои мечты, ребята. Что я могу сказать? Главное — улыбаться. Вы знаете, я вам скажу так. Смеется хорошо тот, кто смеется как лошадь. Вот. Поэтому не надо грустить, братцы. Если у вас все хреново, вы знаете, подумайте о том, кто живет хуже. Подумайте о том, что у вас есть то, чего нет у многих, и о чем могут мечтать остальные. Понимаете? Не опускать руки — это главное, главное кредо. Опустишь руки — опустишься сам. Так я могу вам сказать. Не надо плакать, это жизнь, Ребза. Как это говорится, ударили по левой щеке — подставь правую. Не то, неправильно сказали. Ударили по левой — уклончик и крюка. Вот и все. Что еще вам рассказать, Ребза? А надо видос тянуть, потому что сейчас, в данный момент жизни, мы находимся на 4 минуте 49 секунде. Даже не знаю, вообще бред какой-то несу. Ладно, все, Ребзи. Был
Было приятно записать для вас видос. Ставьте лайки, делитесь обязательно. Всем большущий привет. Я прям передаю огромное спасибо за вашу поддержку. Очень рад, что вы у меня есть. Все. Ну, а я побежал. Может быть, до вечера. Я обязательно, может, что-нибудь вечером еще засниму. Пока.